11 января, Всемирный день спасибо. Дорогие родители, учителя, врачи. Все те, кто в любой момент готов оказать поддержку. Мы хотим вам сказать огромное спасибо! Thank you for your patience. Vielen Dank für Ihre Herzlichkeit und Sorge. Merci pour votre travail. Grazie per l'amore e l'attenzione. We want to say thank you to everyone who is watching this video. Cher professeur. Cher parent. Всем привет! Я хочу сказать спасибо всем, кто ведет здоровый образ жизни, спортсменам, рукам в школах, которые обучают наших детей, учителям, для того, что дают нам новые знания. И всем людям, которые ведут здоровый образ жизни и толкают его в массу людей. Спасибо. Я очень рад, что учусь именно с вами. Вы верная и дружная семья. Благодарю за позитив и за поддержку. Мы, ученики 8 же класса образовательного центра «Протон», от всей души хотим поблагодарить тех, кто делает нашу жизнь лучше и ярче. Врачей, учителей, спасателей, военных и, конечно же, наших дорогих родителей. Спасибо. Дорогие врачи, хочу сказать вам спасибо за вашу работу. Благодаря вам мы остаемся здоровыми. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня говорят спасибо волонтеры района Северный, школы номер 709. Хочу сказать спасибо всем неравнодушным людям, всем тем, кто приходит на помощь не по долгу службы, а по велению сердца. Спасибо за добро. Спасибо учителям, которые в это непростое время подстроились под ситуацию и старались максимально дать нам знания. Спасибо за их терпение и лояльность. Мы хотим поблагодарить наших прекрасных родителей за их доброту, отзывчивость и терпение, за поддержку, которую они оказывают нам, несмотря ни на что. Спасибо, любимые родители. Я хочу поблагодарить сотрудников скорой помощи за их чуткость и ответственность. Вы действительно врачи от Бога, в этом нет никаких сомнений. Теплых слов для вас не хватит. Благодарность и мое почтение. Дорогие сотрудники полиции, мы хотим сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за ваш ежедневный подвиг, за чувство безопасности, которое вы нам дарите. Спасибо. Дорогие и любимые наши учителя, от всего сердца хочется поблагодарить вас за нелегкий, но такой благородный труд. Понадобится много времени, чтобы исполнить все то, что вы для нас сделали. Но нам бы хотелось сказать проще. Спасибо вам за все. Дякую за ваше мудрое слово. Muchas gracias por los gestos sensores y la amplitud del alma. Yardım ve destek için, doğru yol gösterdiğiniz için çok teşekkürler.
sevgililer ve saygılar. Für Ihre Freundlichkeit und Hilfe, vielen Dank. De koe de lage is cherish. Vata shitaychie to isho in iti kurite arigato. Azulnes ashin rahmet. Thank you very much for your hard work and patience. Спасибо вам, учителя! За то, что круглая земля. За Трою и за Карфаген. За бензохлоропропилен. За Жиши и дважды два. За ваши теплые слова. За те, что теперь в себе храним. За все мы вас благодарим. Спасибо. Аригато! Грасиас. Так. Сиеси. Шухран. Грация. Данкершон. Мерси буку. Сэнкю. Рахмет. Спасибо! Спасибо. 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 Мультумеск доктори. Грация готори. Дякую, доктора. Thank you, doctors. Тестиклар, доктор Лар. Дякуеме, доктору. Дзенькую ликазе. Дрази тоба. Кезунам орвашок. Дрегердин жардамы менен. Виданг, докторс. Саламет, була, доктор. Аригато, лися. Мильцян, онхол, ихане, нет, и садел тапуне. Ich möchte mich bei den Freiwilligen für die Teilnahme am Leben der Kinder bedanken. Im Allgemeinen ist Hilfe ein unzertaubarer Betrag und eine starke Untersatzung. Спасибо вам, родные доктора! Спасибо! 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 Спасибо!